Здравствуйте! Сегодняшний видеоблог посвящен вопросу перехода спортсмена из одной федерации, национальной федерации в другую. Несколько дней тому назад Национальный олимпийский комитет принял достаточно жесткое решение не рассматривать вопросы и не давать разрешения на выступление спортсменов за другие олимпийские комитеты на Олимпийских играх, если срок перехода меньше установленного, а именно 3 лет. Этим же решением Национальный олимпийский комитет обратился к национальным федерациям по видам спорта с просьбой занять точно такую же позицию. Федерация легкой атлетики Украины, как часть Национального олимпийского комитета, как один из ведущих олимпийских видов спорта, конечно же, не может иметь иной позиции и иной политики, нежели политику, которую реализует Национальный олимпийский комитет. И мы, безусловно, будем следовать такой рекомендации. Соответственно, информируем всех, кого это может интересовать, о том, что Национальная федерация, у которой есть исключительное право давать разрешение выступать за другие федерации на чемпионатах мира, Европы и на других международных соревнованиях спортсменам, которые изменили гражданство, не будет рассматривать вопросы и давать разрешение на уменьшение этого срока. А в легкой атлетике, как вы знаете, срок своего рода карантина составляет 3 года. Это будет жесткая и четкая позиция федерации, и практически она не будет иметь исключений. Мы проинформировали о том, что такая политика будет, но надеюсь, что эта информация никого из наших спортсменов не заинтересует, ибо спортсмены Украины настоящие патриоты, они не собираются менять свою страну. До следующей встречи!